Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вчера певица Наталья Подольская поделилась радостной новостью. У них с Пресняковым родился еще один сын. Мальчика они назвали Иваном. Наталья не захотела скрывать лицо малыша. Она опубликовала фото, на котором хорошо видно мальчика. Поклонники тут же завалили супружескую пару поздравлениями. Все последние недели Наталья Подольская подробно рассказывала о своем самочувствии и делилась фотографиями с округлившимся животом. Также известно, что Владимир Пресняков присутствовал на родах. О беременности Натальи стало известно в августе. Артистка долго не подтверждала интересное положение, но потом все-таки опубликовала фото с округлившимся животом. Наталья и Владимир давно мечтали о втором ребенке. Старшему наследнику звезд летом исполнилось 5 лет. Подольская не скрывала, что хотела девочку, но в итоге у них родился еще один сын. Следующие несколько месяцев Наталья проведет в декретном отпуске. Однако засиживаться дома долго она не собирается. Сейчас на руку артистки играет коронавирус. Многие концерты супругов, запланированные на осень и зиму, были отменены. Именно поэтому Подольская может в полной мере насладиться материнством.